когда я жил в Казахстане, то местную национальность русские называли звери. Табуны лошадей, кошма, это вот как ее, юрта и все. Все, ничего, никакой цивилизации. Нет, коммунисты из Москвы им дали цивилизацию. Давай это добра. Одна палка, два струна, так сказать. И вот он дал 50 лет. Слова переведите, ничего нету. Гора, 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 я вижу гора, гора. Солнце уходит, уходит солнце. Верблюд идет, верблюд. Никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ, главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата, мой родной город. Его придумали. Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ. А для Малороссии, значит, Малороссийский федеральный округ. Самая мощная сегодня сильная, сплоченные все, они же сомнут Армению, сомнут ее полностью, соединятся с Азербайджаном, вместе с Ираном ворвутся в Среднюю Азию, создадут великое турецкое государство Туран, создадут великое турецкое государство Туран, создадут великое турецкое государство Туран. Вы понимаете, что они против нас с удовольствием объединятся, потому что мы христиане, а они все мусульмане. У них есть что их сплачивает, у них язык сплачивает. Турецкий язык — это азербайджанцы, туркмены, узбеки, киргизы. Казахи, татары, башкиры. А кто по-русски там говорит?